Донецкий республиканский ортопедический завод, основанный 70 лет назад, специализируется на изготовлении протезно-ортопедических, лечебно-бандажных изделий, обуви и всевозможных корсетов. За помощью обращаются люди разной возрастной категории, как бойцы армии Новороссии, так и мирные граждане, в том числе и дети. В мирное время на учете завода стояло около 100 тысяч человек. Сейчас количество нуждающихся сократилось наполовину. Завод является единственным государственным учреждением, которое изготавливает протезы молочной железы. Сегодня Донецкий ортопедический завод переживает не самые лучшие времена. К сожалению, за отсутствие финансирования специалисты не могут оказать помощь всем нуждающимся. Сотрудники всячески пытаются найти выход из ситуации, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями. У нас есть условия для протезирования, но, к сожалению, у нас нет возможности сейчас покупать полуфабрикаты, приобретать из-за блокады, из-за отсутствия денежных оборотных средств. Вот поэтому нам бы хотелось обратиться ко всем, кто понимает эту ситуацию, у кого есть возможность помочь нам в качестве гуманитарной помощи, помочь в материалах, комплектующих к протезам, потому что вопрос этот очень стоит, особенно для деток. Нам нужны и ходунки детские, ну и, естественно, протезы. Вот каждый день приходят детки с ампутациями. Вот сегодня приходил мальчик, к сожалению, тоже ушел, можно было показать. Вот они очень нуждаются в этой продукции. Мы рады помочь, но, к сожалению, есть большая проблема. Кто может нам помочь? Хотелось бы, чтобы люди откликнулись. В военное время протезирование является особо обостренной проблемой. Люди часто обращаются с осколочными ранениями, травмами конечностей, полученными в результате боевых действий. Предприятие не прекращало свою деятельность ни на один день. Коллектив полностью сохранился. Некоторые сотрудники из горячих точек Донецка проживают в здании завода уже несколько месяцев. Дарья Черничная, Вячеслав Богайчук, Новороссия ТВ.